Представители Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области объявили о разработке интерактивной карты приема анализов на COVID-19. На странице ресурса отмечено более 260 поликлиник и медицинских центров Подмосковья, задействованных в этой работе. С помощью карты можно легко найти ближайший пункт сдачи теста и записаться на прием к врачу. В Одинцовском городском округе анализы можно сделать в Перхушковском, Одинцовском и Звенигородском подразделениях областной больницы, сертифицированных коммерческих лабораториях.